Йо, Урабгейнг, мы находимся в Ферне, Британская Колумбия. Сегодня у нас Рождество. Мы решили порадовать вас свежим снегом и видами наших прекрасных зимних гор. Вы смотрите первый выпуск из серии видео о том, как мы провели эту зиму. Поехали! Кому надоели бифы, поднимите руки. Кому надоели МС, которые просто тупят, поднимите руки. Кто не терпит такой рестлинг, поднимите те, кто вырос из детства. Ответь на звонок, выложи всем на YouTube. Народ не любит, когда труд, а когда бьют урод. Свои слова ты заберешь обратно, поверь мне. Если я встречу тебя, то я ударю первым. Если бы из клавиатуры могла течь пена, половина бойцов захлебнулась бы в стенах, не выходя из дома, причем мгновенно. Ты новое поколение в рэпе, нет, ты полено, что по колено в воде, из которой пьешь сам же. Ты срешь культуру, как подъезд у многоэтажек. Головной мозг неотличимый от каши. Забудь о бифах, делай рэп настоящий. Поднимай шум, 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 поднимай шум. Каждый Вася 10 Петю за то, что он Петя. Извините, но это не бифы, это петинг. И каждый третий готовый унижать мать. После встречи все это же будет слизово. Черный пиар обернется черной дырой, где ты будешь при свете фар в лесу под луной. И твой монитор не сможет начертить грани, которые когда-то раньше тебя спасали. Пальчики устали, биты пошли в ход. И вдруг ты уже не тот и не тот набор слов. А ведь когда-то печатал, будто бы резал. Сейчас же мой лишь о том, чтоб не достали лезвия. Вот оно, настоящий биф в деле. Я сомневаюсь, что кто-то из вас туда хотел бы. Поверьте, печатая очередной пост, пишите новый диск, будьте готовы к встрече.